Александр Судаков пришел сдавать кровь в первый раз. Говорит, что не переживает. Хотел прийти давно, помочь людям. Он студент Рязанского медицинского университета. Чтобы сдать кровь, далеко ходить ему не пришлось. Стать донором он может в стенах родного вуза. К тому же Александр не единственный, кто здесь впервые. Я всегда хотел когда-нибудь сдать кровь, потому что я считаю, что пока что это мой шанс помочь людям. Потому что я пока еще студент только, еще образования нет, но я все равно хочу как-то помочь. Я узнала об этом в группе и решила... Просто чтобы помочь людям, которые нуждаются в крови. Временный пункт сдачи крови организован в Рязанском государственном медицинском университете с 2009 года. Появился он совместно с областной станцией переливания крови. За 10 лет его посетили более 2300 студентов и сотрудников вуза. Останавливаться на достигнутом они не планируют. Эти акции дают нам возможность иметь базу данных доноров, которые потом, чья кровь потом пойдет особо нуждающимся пациентам. Потому что не только через областную станцию обращаются, а к нам напрямую обращаются, чтобы наши студенты помогли, например, тяжело больным с определенной группой крови. Перед тем, как стать донором, человек проходит необходимые проверки. У него берут кровь из пальца на анализ, проверяют гемоглобин, а также смотрят на показатели роста и веса. Бывает, что отказывают по тем или иным медицинским данным. Остальные же становятся донорами, кровь которых помогает человеку. Но ведь это и есть призвание врачей, будущих и настоящих, помогать людям. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».